Всем привет! Материнский капитал получить женщине, которая не состоит в браке, также можно. Чтобы получить семейный сертификат, не обязательно состоять в законном браке. В такой ситуации доли в квартире будут разделены между ней и ее детьми. Что же касается отца ребенка, то в этом случае, если он не состоял в официальном браке с матерью ребенка, с рождением у которого у женщины появилась возможность на получение материнского капитала, он не может претендовать на долю в квартире или в другом жилье. И даже не важен тот факт, что он является биологическим отцом ребенка. Бывают случаи, когда пары живут гражданским браком долгое время, и, казалось бы, это семья, однако это еще и не повод для разбирательств в будущем. Предположим, мужчина живет вместе с женщиной, у которой уже есть ребенок от предыдущего брака, что является достаточно частым случаем в России. С рождением второго ребенка у нее появляется право на получение и реализацию материнского капитала, которое она может реализовать. При этом доли в приобретенном жилье будут разделены между ней и ее двумя детьми. В случае, когда пара, состоящая в гражданском браке, в силу каких-то обстоятельств перестает жить вместе, отец не может претендовать на отдельную долю в квартире, приобретенной с помощью материнского капитала, так как это противоречит статье 10 Федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей.